Ребята, доброе утро всем. Вот это вот растение, видите, на переднем плане, то, что я назвала красулой, может быть, это и не красула, но это прототип тех листиков, о которых говорила и показывала, которые будем вязать. А вот там дальше точно красула. А вообще я хочу с вами поделиться кусочком своей жизни. У меня есть вот такое вот ведерко. Я в него складываю пищевые отходы. Ведерко с секретом. У него есть вот такая вот крышечка, которая поднимается. Внутрь стекает водичка. Туда уже просыпались отруби. Смотрите, есть отруби. На них заселены полезные микроорганизмы. Бакаши называются. Я в ведро на дно насыпаю немножечко бакаши. Дальше пищевые отходы. Опять бакаши. И потом эти бакаши перерабатывают мои пищевые отходы в полезнейшее... еду для червячков. Это еще одни питомцы у меня дома. Черви гумусные, они перерабатывают пищевые отходы в биогумус, который потом я кормлю все свои растения. Биогумус, знаете, можно купить в любом магазине для садоводов и стоит вообще не маленьких денег. А вот это вот помогаем планете, себе делаем хорошо. Здесь есть еще такой краник, если его повернуть, вот здесь внизу будет вытекать жидкость, то, что называется вермичай. Ну, вот такая вот вещь. Очень рекомендую. Планету не загаживаем. И себе помогаем, и планете. Очень полезно. Кому интересно, могу показать, какой домик для червячков сколотила. Может быть, тоже кто-то будет применять и пользоваться. Всем пока-пока.